Что же можно снимать после завершения проекта? Прежде всего, это видео с благодарностью за поддержку. Да, Иван, это можно делать. Просто Иван Хафизов, наш автор, сегодня сказал, как это я не знал, что можно снимать видео с благодарностью, и очень сильно переживал по этому поводу. Ваня, ничего не потеряно, можно снять сейчас. Что это значит? Когда у вас все хорошо завершилось, пора отмечать, я считаю. Потому что, причем отмечать не только в одиночестве, да, своей командой, но и со всеми людьми, и поблагодарить их не только в тексте, но и еще вот с вашими большими, влажными от слез глазами, с тем, что вы очень сильно благодарны, что это стало наконец-то реальностью. Ну, в общем, искренне это самое главное. Дальше, отчеты по итогам работы. Друзья, мы отреставрировали наше пространство, мы, не знаю, мы сняли этот фильм, мы написали книжку, и вот она выглядит так. Или книжка у нас прямо сейчас в печати, вот посмотрите, мы в типографии с вами, вот она, будущая наша с вами книжка, или вот тот договор, который мы подписываем, чтобы нам действительно напечатали эту книжку. И вот эту часть лотов мы уже раздали, а у нас еще впереди вот это, и вообще в июне все раздадим, всех победим. Ну и, наконец, отзывы акционеров. Как здорово, что это все досталось сегодня мне. С фотографией, с видео, неважно в какой форме, но вообще это очень здорово, когда вы показываете тех реальных людей, которые вас поддержали финансово. Вот эти штуки, все три, они очень хорошо работают на ваши будущие проекты. Они, в принципе, работают на лояльность той аудитории, которая вас уже поддержала, либо которая не решилась поддержать вас в первом проекте, но, скорее всего, готова будет сделать это во втором. Ну, то есть такие ребята, которые сомневались, так и остались сомневаться, и ничего решили не делать. В общем, все эти вещи будет здорово, если вы напряжетесь и все-таки реализуете, потому что они позволят армию ваших сторонников сильно увеличить. Дорогие мои любимые сограждане, дамы, господа и все прочее, на прошлой неделе мы объявили сбор денег на наш новый первый, можно сказать, полноценный фермерский магазин на Патриарших прудах. Нам не хватало 500 тысяч рублей. Мы собрали их за 2 дня. После этого мы всей, хотел сказать, редакции, всей нашей дружной компании целую ночь не спали, потому что поверить это было совершенно невозможно. А сейчас уже там на этом счету более 630 тысяч рублей. Огромное спасибо вам. Вот все, что мы собрали, более 500 тысяч, мы пропьем вместе с вами на вечеринке по случаю открытия магазина, которое случится в начале августа. Это Борис Акимов, руководитель «Лавки-лавки». Это такой большой фермерский магазин, ну, в общем, большая фермерская сеть. Кооператив, да, это правильно называется у них. Вот, действительно, очень быстро собрали деньги, они очень грамотно продумали акции, непосредственно, которые были интересны той аудитории лояльной, которая у них уже была. Если полюбопытствуете, прям посмотрите их проект «Лавка-лавка» называется.